привет, друзья! Ну что, это спецвыпуск. Сегодня будет все не так, как всегда. Я почитал все ваши комментарии. Понял, что Амирана слишком много, что вы от него устали. Его больше не будет. Олег, все, спасибо, пока. Спасибо, брат. Давай, брат. Давай, все, обнимашка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это внизу там вот. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз, что дал вернуться на 2 секунды. На меня бычишь, орешь на всех. Ты не подходишь. Чего это ты так решил? Ну потому что ты к моей сестре не подходишь, к моей сестре. Моей сестре нужен другой. Чего ты жжешь? Чего на меня бычишь? А че? Нихуя, мне страшно становится. А че, моя сестра, не твоя же? Ну, моя будет тёлка. Чё ты, она... не будет она твоей тёлкой? Блять, а там, если кто-то смотрит, тоже не подойдет? Никто не подойдет. И это я выберу, кто будет с моей сестрой. Ты что, она до скольки будет ходить-то, это нетронутая? До скольки будет, до скольки будет. Что-то у тебя брат какой-то такой боковатый. Да что-то он вообще бес. Погнал, да? Ну, есть немного. Что-то на меня сейчас набычило, я даже потерялся. Ты кого-то футболку порвал, да? Да. Взглядом причем. Прожег. Ничего, что я с твоей сеструхой стою здесь рядом? Не-не, плохо. Уходи. А Роби, разрешаешь соседа своего? Так он с женой. Сосед нормально остается, ему еще должен там. 5000, блядь. 5000, да, поэтому пусть остается, а ты уходи. А мы пойдем. Помните, пару выпусков назад парни меня разыграли второй раз, разукрасив мой Range Rover. Ро, ну это не мы, правда, это хейтеры какие-то, пиздец, блядь. Очень неуместно. И вы помните то, что я вообще никак не отреагировал. Тебе хуёво, да? Вы подумали то, что я надулся, обиделся на них. На самом деле, мне просто было очень плохо. Да, это просто бровод, блин. Охуенно все, блин. Если бы мне сейчас реально не мутило, мне... Блядь, пиздец, почему так все случилось? Я на тебя смотрю, я твоего лица не вижу. Дело в том, что у меня последние 4 недели плохо со зрением на вот этот глаз. Я обратился к врачам, мне сказали то, что у меня синдром сухого глаза и глаз на грани отслоения сетчатки. В общем, сейчас я еду делать операцию на глаз. Ну что, погнали. А кто помнит этого красавца? Да, он бедный стоит, мерзнет. А, в общем, мы подумали с Геной и решили, что а давайте-ка я подарю его кому-нибудь из подписчиков, кто живет в Москве и кто готов его забрать. Его, кстати, немножко нужно починить. Что там случилось с ним, Ген? У него бензонасос потек. Бензонасос потек. Ну, короче, стандартные проблемы, которые у него есть всегда. Чуть-чуть надо им заняться. Для любителей Уралов и кто любит копаться в мотоциклах, забирайте его. Пишите под фотографией в Инстаграме, которую я сейчас выложу с Уралом. Хочу Урал. Только пишите только те, кто готов приехать и сам лично его забрать и находится в Москве, ну, либо в ближайшем Подмосковье. Рандомно выберу и отдам. Я говорил Гене, что это подарок. Наверное, с одной стороны передаривать не очень-то прикольно. Но на самом деле, я думаю, ребятам, которым мне его подарили, будет приятно, что в итоге он достанется кому-нибудь из подписчиков. Он бедный тут стоит, мы его максимум еще раз летом используем, что-нибудь поснимаем, а его жалко. Кто-нибудь его может взять и использовать для себя. Так что welcome! Ой. Смотри, иди, посними. Ну так себе. Давай ты. Делай, ты должен делать изо рта. Ты должен изо рта делать. Зато я не порчу воздух. Сейчас он подъедет. Лошадок 250. Сколько? 250. Достаточно. 250? 575. Достаточно для нее. Но с места я тебя порву. Чего? Конечно. Чего? У нее разгон, знаешь, сколько? С места? Ты вот хочешь, ты меня порвешь с места? Да, и конечно. Давай. У нее разгон 4 секунды.
Одна, брат. Смотри. Че, с Брежневым? Ну да, хреновый. Смотри. Я спрыгнул со сцены. Я спрыгнул со сцены, мне ноги подскользнули, стал вода была мокрая. Смотри. Еле упал, такие. Его подняли, у меня голова кружится, блядь, что происходит. Чувак. Мы сначала давление, потом закапываем каплю. И подрасширимся. Нужно будет расширить зрачки, присаживаться. Классно. А петь можно? Петь, конечно. Отлично. Петь нет. Этот... Нет? О! Как жжет-то. Чуть-чуть, да, пощипит, закрываем. Вначале пожгло. Да, это нормально. Один или оба? Нет, капаем только один, мы же будем правый глаз. Да. Лом сюда прижимаемся. Да. Смотрим прямо на зеленый огонечек. Ой. То же самое, такой глаз. Воздухом в глаз. Вообще не понимаю, что происходит. Вот этот глаз у меня расширен, а этот у меня узкий. И вижу я очень плохо сейчас. О, привет. Здрасте. А. Дядя, я очень прямо в ногах, как с телефоном. А вы ваш сосед, я так смотрю, да? Не, я нет. Чего вас так грустно здесь? Я чего нет. Никто не пляшет? Здрасте. А ты телочка Ромы? Я не телочка, это мой муж на минуточку. У меня бирюзовые тени, у него бирюзовые брюки. Ты понимаешь, что мы пара, любовь? Классно. Я всегда знаю, чего хочет это она, но всегда знаю, что я буду делать. Никита? Нет, чувак, идеальные отношения. Я всегда знаю, что я хочу, он всегда знает, что я хочу, он это делает. Есть, немножко нужно... Доминация. Она не курит. Я не прокуриваю. Парни, а можно вас попросить? Стесняешься. Называется кунилингус, мальчик. Ты мог просто сказать да, вслух. Да? И все довольны тебя. Не, у нас на канале никто не лишит. Класс, оператор со мной. Сейчас будет бьюти-влог. Саша Тумач. Если вы хотите снять классного мужика, вам нужно побольше синих теней и миллионер ваш. Вот если прям в кафе Урюк и первые трое прям как надо. И главное, морковную помаду. Видите, я очень старалась. Золотой сочетается с голубым. Саша Тумач, бьюти влог. Спортивные сиденья, вот карбон, бурмистр, музыка, хай-энд стоит. Музыка здесь миллион стоит. Она реально очень крутая. 3D звук, да? Ну, я не знаю, какой он там, 3D, не 3D, но играет. Просто туристы, пассажиры, лайнер, вдруг осветлен. Зритель этого не почувствует, жаль, да? Прикольно, действительно. У нас дружных бизнесменов мало. Вот Гаврилина я толкал долго, делая свой канал. И вот ты сейчас еще появился. Ну, я очень ответственно к этому подошел. Я думаю, что из этого что-то получится. Ну, желаю успехов. Слушай, ну я надеюсь, это не последняя наша встреча. Еще увидимся. Буду а рад. Тачку ты когда давал Афоне, ты о чем думал? Ну, я как бы не жадный. Меня попросил, говорит, дай прокатиться, там снять нужно ролик, пожалуйста. А что он снимал-то в итоге? Ну, какой-то пранк. Он мне, если честно, не сказал, зачем он ее берет. Вот, он сказал, да, я там поснимать возьму. Я говорю, ну, бери. Он же вроде какой-то рекламу только снял, нет? Нет, пранк, там что-то с девушкой, какой-то развод. Я потом уже посмотрел, думаю, блин, капец. И девушку развел, и меня. И тебя, да? Не, Афонь хороший парень. Да, нормально. Афонь, ты же братишка. Да, ты братишка. Кто бы что на тебя там ни говорил, ты братишка. Смотрите, какой у меня глаз. Алмаз. Я, если честно, сейчас вообще ничего не вижу. Что вы сделаете? Сейчас сюда поставят линзу, да. Благодаря куче зеркал, да. Доктор посмотрит вот в это место, да. Тут у нас проблема с сетчаткой, тут витро-ретинальная аттракция, да. И лазерный хирург несколькими следами лазерных коагулятов ее привалит. Да, и не будет отслойки сейчас. То есть у меня будет варка глаза сейчас. Такое ощущение, что я умер и увижу свет в конце туннеля. Ой-ой-ой. Я ничего не вижу. Потому что было, вспомните, я говорил, что было
после зеленых вспышек наверх будете видеть все в фиолето-розовом свете. Я правым глазом ничего не вижу пока. Спокойно. Ну, если не будете себе фонарем светить лицо, будет... Надо для контента. Живо? Ну, жив. Один-то есть глаз еще, если что. Сейчас все пройдет, сейчас еще раз промоем. Я думал, сейчас еще раз это испытывать. Не-не-не, все, хорошо. Привет, Киев! Спасибо за теплый прием в Харькове, в Одессе. Сегодня мы находимся в Киеве. Перед выступлением оказалось время заложить бутылку напитка. Вот она. Мы находимся на Ивана Козловского, но я думаю, что вы поймете, где это находится. Вот дерево, в которое я заложу бутылку в этот раз. Здесь будет записка с моим скайпом. Поговорим по видеозвонку с человеком, который найдет эту бутылку. И 100 евро от напитка. Киев, удачи вам. Вот здесь, друзья. Вон бутылка, где находится. Вот она. А вот лестница. Так что не забывайте подписываться и ставить лайки. Вот она, лесенка. А это напиток. Всем мир.